Чего я тебе? Думал, вы драться тут собрали, друг перед другом стали. Это Плановая улица, там моя школа номер 273. Вон там надо убрать, там надо убрать. Опа. Снято не на реальных событиях, а реально. Имена и все остальное не вымысел. Здравствуйте, меня зовут Евгений Ширяев. Я сейчас нахожусь в своем родном поселке. Поселке Металлострой, где я вырос. И вчера со своими близкими друзьями, с нашими детьми, мы здесь на Плановой. Это Плановая улица, там моя школа номер 273, где я учился. Гуляли на детской площадке. Вдруг закричала бабуська, которая увидела, как ребенок моего брата, моего близкого товарища, застрял в горке. Нога ребенка маленького, 3 года, застряла в горке, потому что там не было деревянной дощечки. Мой товарищ, еще один близкий, находился с нами, это Миша. 8 сентября будут выборы, и он будет баллотироваться в депутаты в муниципальный совет поселка Металлостроя. Я вот смотрю на Мишу, я вижу, как вот... Чуть не прослезил. Металлострой – это наш кандидат в депутаты. Михаил, мой брат. После этого происшествия Миша решил делать добрые дела, добрые поступки в нашем районе, в нашем поселке Металлострой. Поселок, он же ведь небольшой, и все вот эти вот нюансы, моменты, их можно же решить просто. Вот подъехал, пешком пришел и порешал. Вроде бы обычная дощечка. Получить травму ребенку, как два пальца. Напишите, металлостроевцы, пишите то, что надо вам помочь. Инстаграм, вот он здесь есть, есть почта. Пишите, я обязательно передам Мише. И Миша придет и поможет. Миша делает. Пишите. Одно письмо незамеченным не останется. Правильно подсказывает мне мое братское сердце. Между прочим, его ребенок застрял вчера в горке. Ни одно письмо не останется неотвеченным. Миша делает. Я думал, вы драться тут собрали, друг перед другом стали. Вон там надо убрать, там надо убрать. Главное не мешать людям жить. Вот самое большое. Опа. Иногда коммуникация не получается. Так, ну что, где эта дырка-то в этой горке? Вот где? Подожди. А где дырка-то? Где она? Что за люди? Вчера только была щель, уже заделали. А есть ломтя в машине?